Привет, друзья! И мы на речке. У нас минус 35. И у нас гости. У нас гости. Миша уже откапывает. Такие у нас виды сегодня. 1 января. И мы на рыбалке. С нами сегодня Сергей рыбачит. Полярник Туруханский. Сергей помог мне во время моего переезда в Туруханск. Кто смотрел 3D-тур по Туруханску, это он делал. Ну вот, друзья, мы на реке, и мы в палатке, и на строе. Когда Миша спросил у Сереги, как мы, говорит, будем сегодня втроем тут умещаться, Серега что ответил? Что мы всемером тут рыбачили в такой палатке. Ну вот так вот. Серега, еще раз скажу, человек, который помог мне с переездом. Я с ним общался, находясь в Подмосковье. Вот, получал от него информацию, вот, за что ему благодарность отдельная. У них, кстати, там очень классное творчество. Я вас с ним тоже познакомлю впоследствии. То есть мы там поговорим с людьми, все увидите, все посмотрите. Вот так вот, друзья. Ну что, приступаем к проверке. Я сегодня буду в качестве Дедушка Мороз. Я вчера был, да. Сегодня дедушка уйдет на пенсию. Я сегодня посижу в сторонке. Молодежь поработает. Вот так вот. Ну, наблюдаем, смотрим. Так, Серег, ассистируй, палку надо. Вот так вот. И вот так вот. Ой. Ага. Деда Мороза. Хорошо. Так. О, ничего себе тут освещение. Серьезное у нас сегодня. А, кстати, тяжело идет. Тяжело идет. Ну, я там это... Там, я надеюсь, не примерз прогон. Ничего себе там, Миша. О, на лимяка. О. Сюда. Так. Так, звуковое. Друзья, соскучились по нашей чудо-колотушке. А мы решили к Новому году у вас это. Оп, пустой крючок. Да подожди, подожди ты, Миш, сейчас он, Серега. Он сразу решил его отцепить даже. Очистил лунку. Так. Блин, второй крючок, вот этот, он прошлую рыбалку тоже был пустой. Короче, надо его наточить. И третий тоже крючок пустой. Ну, блин, это, по-моему, вот вчера так и было. Первые два и в конце еще один. Чу. Малявка. Так. Да. Сопровождением. Ага. Продолжаем. КВН. Активный какой. Угу. Это не вчерашний миксер. Вчера миксера одного отпустили. Давай, Серега. Будем чередовать. Давай. Это джингл бал сыграет. Так, еще есть один. Это уже помощней. Ну да. Смотри, он. Курант. Раз это. О, открыл рот. Не брызнуло там на камеру. Нет, привет, друзья. О, какая пасть у него. Ничего себе. Да оставляй потом отсюда. Конкретно. Так, продолжаем. Друга. Да-да-да. Я здесь. Еще один небольшой. На лимяка. Так. Так, тихо, приятель. Ага. Ага, еще один велосипед. Далеко было, заглотил, да? Ага. Жалко. Ну а что делать? Не, ну вот такие мы, которые, Серега, попадаются за край, это отцепляем. Да, конечно. Чувствую, я кто-то там дергает. Да? Да. Да ты чё?
Блин, сошел. Он сошел прямо у лунки. Да? Да. Видать, нормальный был. Ну, непонятно. Ну, вот этот зато не за. О! Намотал-то. Не торопись, короче. Они у него конкретно это самое выхватывают. Так. Там груз. Он еще идет. Груз ответственности. Ну давай. Ну даю. Так. Сегодня куранты бьют вовсю. Ну, специально взяли палку вашу любимую, друзья. Сейчас будет там опять. Еще один. Дружок. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Какая у нас ОПГ. Один тащит, один крюком тащит. Да тут налимов-то столько, что всем хватит. Как-то. Так. О-о-о! Лови Серега его крюком. О, красавчик. Врешь, не уйдешь. Один уже ушел и то повезло. Блин, ну а что, сходы-то, да? Надо крючки это самое, похоже, точить. Так. Какая-то путаница. А, еще один велосипед. На этого еще? Отцепить можно? Не. Ну-ка, сейчас можно. Или можно. Может быть, спасем. Нет, да. То ли на ерша он подавился. Все, по самую. Да ладно. Не повыся. Собакам по большому счету разницы нету каких-то. О, постой, крючок. Блин, вот так же и было. Вот это три вот этих крючка, значит, они просто тупые. Реально. Потому что два было в начале вчера пустых крючка, и один был вот где-то в конце. Ну, не самый последний. По-моему, там самый последний был сразу. Ой, тоже мелкий парень. И опять заглот. Да. Давай перевернись, дружок. Я тебе дам пирожок. Кто-то дергает. Да? А, груз дергает. Да. Я тоже так подумал. Все? Да. Подвяжи его на эту, на палку. 4 оборота надо хотя бы. Так. Ну что, самое веселое сейчас начнется. А даже ты, жарко стало. Ты перчатку не брал, Дим? Да нет, я не брал, я сейчас отцеплю вам, помогу. Ну ты... Так, вот, друзья, они меня выжили с места. Ючусь тут в уголке. Так что втроем, в принципе, вполне себе сносно рыбачить. Если я сижу здесь на печке, греюсь, тут вообще Ташкент. Ну, неплохо натаскали. Один сошел, к сожалению, в лунке, да? И три опять пустых крючка. Вот. Сейчас подточим эти крючки, потому что без вариантов, по всей вероятности, из-за этого и причина пустых именно крючков. Ну что, друзья, в общем, сейчас заряжаемся, ставим. Так, ну что, друзья, товарищи, будем сейчас извлекать с этой мелочи, вот постоянно тяжело вытащить. Там ёрш потрёпанный, да, висит. Песца загнали. Да нету песца-то. Да чтоб ты. Так, Миш, давай. Надо, знаешь что, надо сходить в снегоход и эту.
Лихой парень. Надфиль взять. Я думаю. Ну сейчас, подожди. Он реально острый. Ну хорошо, получилось-то что. Вот это вам за стахон. Миша, вон, дай. Он уже профессионал по затаскиванию. О, пошел, пошел. Все. Подожди, подожди. Что-то не идет. О, пошел, хорош. Ну да, тут он, блин, без вариантов, этот малыш. Спасти бы его не получилось. Вот таких, похоже, у нас в Нижнем на рынке продают. Да? Да. Мне мама говорила, там лежат налимы по 400 грамм. По 400 грамм? 400 грамм налим, да. Офигеть. Ну, это деликатес. Видишь, Серега, я как сделал. Угу. Термоусадка. На самом деле, просто надо больше термоусадки. У меня просто сколько было, столько я и поставил. И что тогда получается? Что она дает? Дает, не перекручиваются поводки. Не накручиваются на это самое. На основной прогон. Налимы опять попримерзали. Сейчас. Ну, парочку он ничего таких налимов. Ну, как вчера, по сути, да? Ну, примерно. Тоже так же было. Завтра, друзья, мы будем контачить. Вот. Так что следите, смотрите. Жарко. Жарко. Угу. Миша вспотел таскать налимов. Опа. Давай, давай. Ага, хорош. Жарко, да, но тут все равно пар. Надо все-таки теплообменник делать. Ага. Че, с этим, с этим наживить? Ну, термоусадка живая, ничего с ней не происходит, как бы. Сами вон видите, на всех крючках она в порядке. Я думаю, скоро будем... А, ну мы сейчас короткий, маленький перемет будем делать. А потом, я думаю, еще один состряпаем. Сейчас, подожди. Тут вот этот еще жорик прицепился. Ничего себе, там в нем дырка образовалась. И туман, синий туман. Сразу синий, ты можешь зажжешь. Так это не это имеется в виду. Синий туман, это же песня этого Добрынина или кого там. Добрынин Никитич. Добрынин Никитич. И Тугарин змей. Ёрш что-то обиженный какой-то. Ну. Налимяки примерзают. Как будто собаки нас окопали, что ли. В палатке. Да, такой. А, пар-то вон оттуда. У нас же, конечно, мороз-то, блин, у нас сегодня. Друзья, опять холодает у нас. Вот. О,
Что это от налима? Макса. Не Макса, это какая-то хрень. У нас опять холодает. Мы выезжали, было минус 35. Вот. Сейчас будет еще холоднее. Но я думаю, рыбачить мы будем ездить все равно. Вроде там под полтинник морозов не обещают. Так, сейчас, Миш, какой-то вот этот товарищ выплюнул опять желудок. А что это у него, бородавка, что ли, у нас? Икра. Из ноздрей лезет. И, да, да это просто кто-то это его нахлобучил крюком. Блин. На нос ему икры наметали. Ага. Да, Налим уже скоро будет метать икру. На нос друг друга. И на нос тоже. О, вот этот неплохой парень. Как раз рука влазит в это. В чресло его, как Миша скажет. В чресло рука пролазит спокойно. Ничего себе, он там как-то подцепился. Двойной удар. Крылатое выражение, через чресло к звездам. Вот через чресло он на сковородку пойдет. Налимов у нас сегодня. Сереге мы отдадим. Говорит, нечем собак кормить. Так ради бога, у нас всегда есть чем покормить собак. Ну, не всегда, так скажем, последнее время. Но вы видите сами, что пока Налим есть, перемет работает исправно. Так. До февраля можно ловить, по крайней мере. Ну, до февраля. А потом? Ну, все уже, там уже не будет ловиться. Ну, он будет, его меньше станет. Другие места он будет. Ну, мы будем ловить сега, будем ловить щуку. Кстати, сега уже можно начать ловить. Да, сега уже надо, по сути, тоже. Сейчас вот пока время есть на праздниках, надо съездить будет. Как-нибудь, я думаю. Давай, давай, Миш. Ага, идет, идет, нормально. Так, сейчас, стой, стой, стой. Тут что это такое? А, вот. Все понятно. Да, вот, блин, он острый. Крючок реально острый. Как вот... Вот так вот. Очень просто. Да, да, ну мелкого налима тоже как бы хватает, да? Поэтому ладно, спишем все на размерность пока рыбы. Вот. А. Спишем пока на размерность. Стой, стой, стой. Ух ты. Не узнал, во сколько налим идет? Во сколько ловить? Да. Нет. Вот, не узнавал, но думаю, это... Что, с пяти на это? Да, думаю, даже раньше. Сейчас... А, какой с пяти-то? Сейчас темнеет. Я думаю, по закату надо. Уже, я думаю, можно. Да, а что дома сидеть, когда можно хорошо посидеть на речке? Этот крючок нам исправно носит Налимов. У меня клюет. Да? На прогон. Пушистики бегают. Пушистики. Так, ну вот мы, значит, и зарядились. Сейчас баночку уберу. Опа. Все, все. А, ну, все, все.
Сейчас его чуть подвытяну. Да не, нормально. По-моему. Ой, друзья, просим прощения за пар. Ну, у нас опять мороз на улице. Вот, поэтому будет эта штука присутствовать. Как бы этого не хотелось. Потому что открыто у нас получается. Так, ну что, вот она эта кучка хорошая, да, 16 крючков, 3 пустых, 13 налимов, ну один сошел, 12 штук, в принципе неплохо. Вчера тоже мы одного отпустили, было 12, ну и сегодня, ну опять мелкие сегодня попались, вчера в принципе вообще не было особо мелких, да, сегодня парочку, я думаю, есть. Ну в целом налим неплохой. Пойдет и для жарки, и для приготовления пищи для собак. Вот так вот, друзья. Ну вот, друзья, подошла к концу наша, наш новогодний выпуск. Сегодня 1 января, напомню. Выйдет ролик 2, если не подведет интернет, конечно, наш. Решили мы вас побаловать старым вашим любимым. Это Россия, детка, мы взяли. Да. С новогодней атрибутикой позвонили немного сегодня куранты. Больше брать не будем. Я знаю, сейчас начнется. Ну, в общем, что? Результат неплохой, 12 налимов. Вот. Думаю, тут килограмм 30, наверное, есть, может, поменьше немного. Ну, неплохо в целом. Завтра перемет зарядили, завтра поедем опять, плюс еще и поконтачим. Ну, такой завтра насыщенный день, потому что и живца надо ловить. Такие вот дела. Сегодня Серега с нами вот отличился, натаскался вдоволь. Так что принимаем в нашу команду. Вот. ОПГ. Принимаем в ОПГ, да, рыболовную Туруханскую. Серега, кстати, тоже приехал в Туруханск, но только он уже мастодонт, он в 2011 году, по-моему, если мне память не изменяет. Вот так вот. Ну ладно, друзья, до новых встреч. Вам всего хорошего. Не болейте, себя берегите, на рыбалку ходите. Пока. Все. Пока. А? Пока. Пока? Пока.